маслята. Рисунки для детей. Конечно же, сегодня я буду рисовать что-нибудь на Новый год, потому что он вот-вот наступит. Давайте я сегодня нарисую такие новогодние чулочки или носочки. Они вот так рисуются. Один. Я взял зеленый мелок масляной пастели. И вот он второй. А второй тут я рисую, смотрите. Тут немножко хитро будет. Получается, я один начал, а другой закончил. Вот такой. Сейчас вы все поймете, что я хочу показать. Здесь тоже такой же. Раз, 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 раз. А зато сам он красный, вот этот вот. Вот этот чулочек у меня будет красный. Один зеленый, второй красный. Что я еще хочу здесь нарисовать? Хочу здесь нарисовать елку. Вот такую елку. Она такая нарисованная елка будет у меня. А здесь сердечко. Сердечко у меня будет красное. Я его покрашу сразу же красным. И тоже так же покрашу свой, сразу раскрашу масляной пастелью этим красным мелком весь носок, чулок, в который можно сложить много подарков, может быть, конфет или чего-нибудь вкусного. Так, здесь бахрому свою покрашу, также зеленую покрашу бахрому. Вот так, и получается у меня два таких, видите? Сейчас я второй раз крашу зеленый, и получится очень здорово, вот увидите. Один будет зеленый, другой красный, зеленый с красным. Зеленое вот дерево новогоднее красят, наряжают по-разному, и получается очень красиво. А тут можно, этот зеленый не очень подходит, возьму-ка я вот этот, может быть, подойдет получше. О, да, вот этот получше, я хочу здесь потемнее взять, вот такой. Так, и здесь немножко потемнее сделать. Итак, и самое главное, здесь сделаю обводочку зелененькую. Видите, зелененькую обводочку делаю. А здесь этому сделаю обводочку красную. Смотрите. Здесь красная обводка. А, здорово получилось. А теперь я возьму, наверное, черный и закончу. Я хочу сделать такие стежки кое-где. Вот здесь, во-первых, нужно нарисовать такие вот петельки, а кое-где я подправлю. Так сделаю поточнее. Получается такой новогодний рисунок. А здесь стежки я покажу. Смотрите, как делаются стежки. Они мне черными ниточками сделаны. И вот так получаются такие нарядные чулочки. Интересно. И здесь тоже. Конечно, их вешают над печкой, над камином. Может быть, над телевизором вешают. Потому что сейчас телевизор, в частности, часто заменяет то, что называется камином. Но я нарисую, возьму коричневый и сзади нарисую, как будто здесь у меня печка или камин. Вот такой вот. Вот так выглядит. Я его немножко здесь покажу, как будто коричневая сзади. Вот. Ну и, наверное, я еще чуть-чуть подтяню мой красный цвет. И здесь зеленый цвет. Вот так. И, может быть, здесь еще таких стежков сделал, потому что, мне кажется, раскрасить побольше надо. А здесь кирпичи прям покажу. Кирпичи. И вот такой рисуночек получился. Смотрите. Можно сказать, за 5 минут. Опять-таки, я стараюсь все свои рисунки делать очень быстро, потому что если я буду их и долго-долго рисовать, то они получатся скучными. И дети не захотят, ребята, их повторять. А мне хочется, чтобы вы нарисовали такой рисунок, и вам было весело под Новый год. Ребят, с Новым годом! И до новых встреч! Я буду продолжать рисовать.